Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас разберемся, как выполнять задание номер 162. Сравните числа А. 1,7 и 12 восьмых. Б. Минус 14 пятых и 2,4 пятых. В. 2,8 пятнадцатых и 32 пятнадцатых. Г. Минус 3,3 четырнадцатых и минус 51 четырнадцатая. Д. 3,7 девятых и 35 девятых. Е. Минус 28 одиннадцатых и минус 2,7 одиннадцатых. Запишем числа. А. 1,7 восьмых. И 12 восьмых. Мы видим, что вторая дробь неправильная. Нужно выделить у нее целую часть. Первую пока переписываем также. 12 делим на 8. Получаем 1 целое и остаток 4. То есть 4 восьмых. Видим, что 1,7 восьмых больше, чем 1,4 восьмых. И здесь ставим знак больше. Б. Минус 14 пятых. И 2,4 пятых. Первая дробь тоже неправильная, но здесь можно целую часть не выделять, потому что первое число отрицательное, а второе положительное. А мы знаем, что отрицательное число всегда меньше любого положительного. В. 2,8 пятнадцатых и 32 пятнадцатых. Здесь нужно во второй дроби выделить целую часть. 2,8 пятнадцатых так и переписываем. 32 делим на 15, получаем 2 целых, остаток 2, 2 пятнадцатых. 2,8 пятнадцатых больше, чем 2,2 пятнадцатых. И здесь тоже знак больше. Г. Минус 3,3 четырнадцатых. И минус 51 четырнадцатая. Два числа отрицательных. Нужно выделить целую часть. Первую переписываем также. А здесь делим 51 на 14. Так, берем по 3, значит, минус 3 целых. 3 умножить на 14, это будет 42. А у нас 51. 51 минус 42 получается 9 четырнадцатых. Но у отрицательных больше то число, модуль которого меньше. Получается, что это число больше, потому что модуль у него будет меньше. И здесь тоже знак больше. Д. 3,7 девятых. Так, и еще раз 3,7 девятых и 35 девятых. Первое оставляем там же, второе выделяем целую часть. 35 делим на 9. Берем по 2. Ой, по 3, прошу прощения, 3 целых. 3 × 9 – 27. Остаток будет 35 минус 27 – 8 девятых. То есть мы видим, что 3,7 девятых меньше, чем 3,8 девятых. И здесь тоже знак меньше. И под буквой Е – минус 28 одиннадцатых и минус 2,7 одиннадцатых. Выделяем целую часть, получаем минус 2,7 одиннадцатых. И здесь тоже минус 2,7 одиннадцатых. Эти две дроби равны. Здесь знак равно. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!